Всем привет, пацаны! Финал, твою мать! Путешествие во времени! Так, мы вернулись в прошлое. Друзья, добро пожаловать на турнир, величайший турнир по хоккею, который, сука, я дождаться не могу никак, чтобы трахнуть Мафуту, Тарантула, Хуба-Бубу. Хубу-Бубу, вернее, чтобы всех их порвать, этих гадов, проклятых гадов. Но я надеюсь, в декабре этот турнир свершится, и все будет просто, просто классно. Не, на самом деле, просто хочется сыграть с ребятами, реально сильными ребятами, а я большой поклонник хоккея от Техноса с собакой, с клюшками, со всем, что полагается к этому делу. Итак, смотрим, что ж, я буду стримить по повторам. Я, конечно же, знаю, кто проиграет, поэтому я не буду говорить заранее имен, но я очень хотел посмотреть эти встречи и, так скажем, из первых уст все это дело буду комментировать. Выпивка прилагается, конечно же. Так, я сейчас себе налью. Это будет просто жесть, просто невыносимая жесть. А чёрт! Чуть пена не ушла. Так, ладно, все, продолжаем. Просто невозможно. Я переживаю примерно те же самые эмоции, что и вокалист Дифтонса, который сейчас орет, рыкает, рычит и срет прямо в кувшин. Но ничего общего с басней о лисице и аисте тут нет. Кто-то ел кашу с блюдца, кто-то пил водку с кувшина. Ничего подобного. Ну что ж, я запускаю тогда первый повтор. И так получается, у нас сейчас будет биться Мафута против Телпекарны. Телпекарный чувак мне знакомый лишь по Аське и больше ни почему. Ну, чё, будет интересно. Больше добавить не х. Так, тут запрашивают какую-то хрень на стопе. Ну что ж, погнали, чё. Так, ну что ж, первый Мафута, второй Телпекарн. Так, Мафута, что выберет Мафута? Так, Мафута выбирает... что это такое? Что это? Ага, он за Джейсона будет. А нет? Нет, за Медвежат. Опа, нет, вот Джейсон, вот этот Джейсон. Так, а Телпекарн будет играть за Патриотов. А, иначе... Я не знаю, как назвать команду. Я бы назвал команду борцов все-таки, так как они бросают прогибом, но почему-то их назвали патриотами. Кстати, там нападающий, его зовут Бо. Ну, на самом деле, он всем известен как Рики. Так, ну, на стандартном поле. Так, поехали. Ну что, Мафута разводит самого быстрого, себе в нападение поставил. Ай. Так, погнал Мафута. Ай, Телпекарна его сбил. И Телпекарна своей... спокойной манере. Твою мать, какой Телпекарный. Вот, вот я хотел посмотреть, как он играет. Ух ты, Мафута что-то перестарался. Так, туда-сюда. Так. Без разгона Телпекарный едет. А, нет, разогнался все-таки. Видимо, все-таки финал нервничает. А я вот читал обзоры Кинбейса, и там было... Ух ты, вниз хотел обмануть Мафута. Ай. Так. Тел молодец. Тел, как называть? Тел. Тел буду называть. Тел. Так, тут мясо. Ну что, тут мешался Кунио, конечно же, мафутовский удар. Телпекарн берет. Тел берет. Так, что-то никто не подъезжает. Мафута тут крутится, как ворона над трупом. Ать, сбили. Так, самый быстрый игрок Мафуты прется вперед. Ать. С помощью добивания протыкает, все-таки открывает счет. Ну что ж, дальше будет интереснее, несмотря на то, что я хочу в уборную. Ну ладно. Так, ай! Мафута, аккуратненько. Так, Телпекарна что-то не берет. Удары такие простенькие. Ну, там сложно рассчитать. Опа! Обманка какая в нижний угол. Четко, Мафута, молодец. Так, 2-0 ведет.
Так, погнали. Так, телпекарно спокоен. Опа. Напряг клюшку и впорол. Да, достаточно интересно действует он. Так, Мафута очень резким бежит. Ух ты! Такую сложную шайбу телом он взял. Так. Без разгона, спокойно. И... А нет, разогнался все-таки. Черт, его сбили. Так, тут Куни умешался. Так, Запекарна, давай. Опа! Нифига, Мафута среагировал четко. Так, и Алик пошел вперед. Нет, нихера, уже Бо, а вернее, Рики вперед гнется. Ну, вот этого мафутинского психа не догнать. А, хотел добить сразу же, засранец. Хитер, бобер. Но ничего страшного, Бо бежит вперед. Он же Рики. Ать. Ну чё? Так, Мафута реагирует своевременно. Так, ну и Мафута, соответственно, на атаку поехал. Так, Телпекарно взял, кому-то спас. Пас дает на Рики. Так, Мафута четко в развороте сбивает. Так. Опа, опять хотел добиванием. Ой-ё! Не надо, развернись! Не, блин, Телпекарно не успел. Ух ты! Отобрал по-дурацки, но отобрал Телпекарно. Странно, ну как, почему странно, супер не получился, потому что просто далеко слишком отворот. Ну чё Мафута придумает, давай, Джейсон. Так. Да, расторопности не хватает телу. Так, 2-0 первый период ведет Телпекарно. Так, чё же придумает? Нападающих не меняют, как я вижу, вообще составы особо не меняют. У Мафута также самый скоростной нападение, у Телпекарно самый, по-моему, не самый скоростной этот чувачок. Опа! Мафута забивает, ну тут чисто на такой, на человеческой ошибке попался Телпекарно. Ну, человеческая, робот бы взял, конечно. Так, ать, о, молодец, реагировал. Удары, кстати, чувак, которым тело управляет, сейчас самый прикольный, на мой взгляд, в команде борцов. Так, 4-0, что-то жесть вообще какая-то. Опа, это что за хрень? Хотя нет. Холодный расчет или случайность? Что-то интересное Мафута пытался задумать. Хрень получилась в итоге. Так, тело вперед, без ускорения. Опа, как резко, а? Чё он сделал это? Ух ты, нихера! Блин, Мафута просто реагирует молниеносно. Чё он хочет сделать вот этим вот? Навесив себе и потом с разворота ударив? Я не знаю, какие планы у Мафуты. Неужели он хочет так супер сделать? По-моему, проще супер по-другому делается. Так, тело реагирует. Чё, сейчас Мафута придумает. Опа! Там надо было вперед, конечно, вылазить. Телпекарно. 5-0. Счет хоккейный, конечно, но... Но 6-0. Не игровой ни хера. Счет. Ать. Так, ну тело что придумает? Опа! Наконец-то обманул все-таки Мафуту. 6-1. Открывает счет Телпекарно. Не знаю, если честно, что это такое Телпекарно. Впрочем, как и Мафута. Так, ну что Мафута сделает? Мафута спаса решил что-то намудрить. Не получилось. Ать! Так, ну тело ускорением пользуется активно, пытался в нижний угол забить с такого дальнего расстояния. Ну это практически нереально, я бы так сказал. Так, ну давай. Опа, по-своему. Эй!
Не, что-то уж слишком примитивно просто так бить. Хотя бы с навеса, что ли. Ну, то есть, по высоте. Так, Мафута вперед. Используя куня, пас. Ну, что-то тут, походу, лаги были просто. Он на самом деле, наверное, не хотел пас, хотел просто навес сделать. Так, опять хотел использовать добивание Мафута. Ох, резко как. 7-1. Жестко. Чисто роковская фишка. Все знают, кто такой Рок. Все знают его лаги и все знают его фишки. Ну, на самом деле, роковская она или не роковская. Ну, вот, например, я на Денди эту фишку использовал, но... как сказать-то? Никогда активно не использовал какую-то определенную вещь в этой игре, потому что... Ну, просто это неинтересно, на самом деле. Ради победы играть или ради... Ради кайфа. Если бы нам платили деньги за эти чемпионаты, тогда бы заранее. Можно одинаково забивать. Но как-то мне все-таки ради кайфа хочется увидеть. Мне хотелось бы увидеть, что... Ух ты! Мафута все-таки сделал какой-нибудь супер. А Телпекарна был немножко порасторопнее. Я читал обзор чемпионата и как бы знаю, как он действует. Ух ты, пробил! Это было прикольно, это прикольно реально. Так, 9-2, тем не менее. Ух ты, четко, блин! Вот не торопясь, молодец, красавец, Упекарна, 9-3. Все равно счет, конечно, огромный. Он не торопится даже при отборе, Телпекарна. Что самое интересное. Так, Мафута агрессивнее действует, чем Тел. Несмотря на отскок, Мафута берет. Ну, отскок там несерьезный. Ух ты! Ух ты, сразу отдал! Блин, как это четко было разыграно! Я понимаю, конечно, что все это... Не было задумкой такой, так скажем, форс-мажорной, что ли, или как объяснить-то. В этой игре, кстати, я еще ни одного супера не увидел. Не хватает здесь Тарантула с его... С его чувством юмора. А именно... Его чувство юмора заключается в обилии просто суперов. Просто страшном количестве суперов. Так, Алик вперед, Мафутинский Алик. Опа! Тупикарный перехватывает, удар. Так, рикошет от своего. Ай! Так, ну что, Мафута пошел вперед. Дает пас. Мафута, я вообще смотрю, сторонник чистого хоккея. Чистого имеется в виду без фантастики. О-о-о-о-о-о! Тем не менее, вот такую тупость пропускает. Ну, тут, конечно, все зависит от того, что он нихера не видел. Перестарался немножко с кнопкой вверх. Ну, я смотрю повтор, поэтому, возможно, лаги дернули его вверх побольше, чем надо. Но, тем не менее, все-таки... Ай. Тем не менее, все-таки преимущество Мафута, оно... Опа! Наконец-то у него сработало то, что он хотел. Да, тут пришлось Мафуте попариться, управляя одновременно игроком и вратарем. Но среагировал вовремя. Опа! Опа! Все-таки закатили. 9-5. Да, Телпекарна тут уже напрягать начинает.
Так, не прокатило. Конец. Итак, 9-5 побеждает Мафута командой Никитсу, то бишь высшей школой, против Телпекарны, который выбирал борцов, также известных как патриоты. И, наверное, все-таки они... Так, ну вот клюшки у них такие. Ну, наверное, это ребята, которые играют в хоккей с мячом. Гольфисты, мне просто не поворачивается язык их назвать гольфистами. Потому что у них все-таки коньки. Нет, это все-таки не гольф. Это хоккей с мячом. Так, первый повтор мы посмотрели. Мафута побеждает тут со счетом 9-5. Ну что, самое время, я думаю, устроить музыкальную паузу. Недолгую, конечно, но музыкальную паузу. Чтобы я мог расслабиться, сходить в уборную, выпить пиво, ну и подготовиться, да. Так, о чем мы будем слушать? Мы послушаем немножко вот это. Ай, так, вот чё ж тут у меня есть, а? Ну ладно, такая жизненная музыка, слушайте. Как не жаль сейчас, что Телпекарный проиграл. Но еще три боя, рифмы ноль. Все, так, хорош. Мы играем в хоккей. Смотрим второй повтор. Итак, play. О, вопрос. Application. Настрать. Так, ну что ж. Так, Мафута будет вновь за высшую школу, Телпекарная будет за... военных, также именуемых как убийцы. Нападающий главный там
годой. Но он ставит самого медленного. Тилд Рикардо ставит самого медленного в нападении четырехглазого. Не то чтобы самого медленного, он ставит вратаря в нападение. Что самое смешное? Мафуту попёр вперед со всей дури. Итак, поймал Тилд Рикардо. Опа! Сразу Тилд Рикардо бьет. Мафуту не поймал. Мафута берет. Аликом. Алик вперед. Пас на ГД. Снова перехватил Мафута. Удар. По своему. Так, Тилд Рикардо берет в руки прямо. Так, команда со слабеньким вратарем. Вот это вот, которая убийцы. Так, сейчас Мафута добивание, да? Не, даже без добивания получилось. Нахотел. Вижу, что хотел. 1-0. Мафута ведет, тем не менее, у него практически трупак нападающий. Так, вперед, прет Мафута. Так, Тилд Рикардо самым медленным отбирает мяч. Так, супером бьет. Мафута не берет. 1-1. Так, вновь Тилд Рикардо, супер. Мафута взял. Отдал своим, самым скоростным, попер вперед. Его зовут Джо. Опа! Поздно разворачиваться стал, скорее всего, из-за лагов. Так, Тилд Рикардо, супер вновь. Легко берущийся супер. Мафута его берет. Так, Аликом пытался пройти, не получилось. Бешеный Куньо промазал. Не догоняет. Так, ну что, тело придумает. Мафута берет этот супер. Какой супер. Обыкновенный удар. Так, и тело берет. Да, напряженный матч будет. По трупу. Не повезло. Ох, мог ударить Мафута, но, наверное, лаги мешали. Сразу мог ударить. Так, Эд почему-то, хотя Гадей. Так, берет. Так, Алик попер. Мафутинский Алекс с отличной прической. Обманка не получилась, но слишком далеко от ворот, надо полагать. Да и слишком предсказуемо, наверное. Так, тело разогнался. Ох ты, нихера, охеренный гол. Тут это четко. Мафута проигрывает 2-1. Но время покажет. Так, хотел добить Мафута. Вот самый скоростной чувачок в команде тела. И все-таки не взял Мафута. Надо было чуть выше вратарем стоять. Так, 3-1 ведет тел. Где там скоростной чувак? Уже на медленного поменялся. Ух ты, пробил вратаря Мафута. 2-3. Так, что-то развернулся назад тел. Так, сейчас будет хрень. Да, хрень. Явно Мафута паникует и не хочет просирать. Пользуется удобным способом ему для победы. Так, отлично. Тел берет. Опа! Добивание Мафута 4-3. Обгоняет. Чё-то не разобрались, ребята. Такой надо брать в ноги, кстати. Такой, который летит на средней линии. Да, тут бы Мафута добил, конечно. 4-3 ведет Мафута. Тело, думаю, сейчас соберется. Интересно, почему он самого слабачка ставит нападение. А на ворота ставит... Кого кто должен играть в полузащите? Что-то многовато раскрутился тел. Так, ну чё? Так, Мафута вновь вперед попёрся. Опять обманный борт. Так, тел взял идеально. Опять супер и тел делает. Мафута эту хрень берет. Один из самых простых суперов. Четко. Среагировал, молодец. Так, тут Мафута вертелся.
Опа, пробил 5-3. Так, вновь бешеным Макуда действует. Хотел добить, не получилось, плечом почему-то поехал. Что-то много-много болтается Толпикарна в воздухе. Там как только начнет энергия отбираться, нужно отпускать кнопку. И сразу сработает супер. Так, вниз на скоростного. Так, скоростной попер. Ну, я не знаю, на что тут рассчитывал тел. Так, тут сразу видно, что лаги. Он в стену вообще не собирался, скорее всего, ударяться. Хотя, судя по Малфути, он идеально рассчитал свою траекторию. И тут берет Мафута. Опа, четырехглазый. На что-то годен. Так. Паникует, паникует Салтыкарна. Впрочем, это еще вообще не результат. Так, супер отправил. Ать, сбил. 5-4. Да. Это берет. Левая половина. А то надоело уже слово Мафута говорить. Вернее, имя. Так, ну что, хитростью опять? Да, хитростью верхний угол. Там запарился Телпикарн, управляя одновременно защитниками и вратарем. Можно отвлечься. Блин, слишком много энергии отобрал. При таком количестве супер не срабатывает. Так, тел берет. Ну чё? На самого скоростного, а его сбивают. И другого облезшего сбивают, ГД. Да, жестко, жестко. Прессинг Мафуты жесткий. Отпускай! Вот так. Так. Чё он такой простенький-то этот супер, а? Убийцы еще называются. Опа! Так, на четырехглазого. Эй, надо было пас дать, конечно. Ну тут время. Можно было не отдавать. Итак, 6-4, второй период закончился. Мафута ведет. Так, ГД все-таки решает выбирать сейчас в нападение. Пекарна. Капитана команды со средними показателями скорости и силы. Опа! И это приводит к чему? Это приводит к голу. 6-5. Супером забивается Пекарна. Так. Тут сбивают, все сбивают. Да, все-таки, наверное, с лагами ребята играли. 6-6. Сел выравнивать счет. Так, что-то мудро... О, неожиданно как. Так, Мафута берет. Так, Алик. Скоростным. Так, ну там берут. Опа, молодец. Защитил вратаря, этого Пекарна защитником. О, но тут не среагировал. 7-6. Так, в руки. Нихера! 8-6, Мафута обманул в нижний угол, в дальний угол, вернее. Захерачивает. Тут супера не будет, конечно.
Ну, на фото уже, можно сказать, тянет время. Отпускай! Опа. Так. Аликовский Мафута или Мафутинский Алик прёт. Ну тут супер не получится с такого расстояния. Так, скрылся Мафута, дабы его РТ не пробили. И не перенаправился. Не перенаправилась шайба в ворота. Поэтому проще скрыться. Опа. Так, ну что тело придумает? Ох, дерьмо! Да, неожиданно тут Мафута напал. 9-6. Так, пас. Ну, это необдуманный поступок у тела. Так, Мафута попёрся. Чего сделать? Эй, хрена он не сделает. Так, Толпикарн рвёт. Его сшибают. Так, молниеносный Мафута. Просто прётся молниеносным игроком. Тем временем у Толпикарна нет ни хера энергии. О, он еще и сдох. Так, ну тут время. 9-6 побеждает Мафута. Итак, во второй игре побеждает Мафута со счетом 9-6. Да, друзья, никто не ожидал, что такое дело будет. Так, в первом он победил. Сколько? 9-5, по-моему. Во втором 9-6. И в обоих случаях Мафута был хостом. Так, ну что ж. Ну тогда небольшой перерывчик, конечно же. Послушаем музыку. Я пока по делам схожу. Ну а там... Ну а там... 100 грамм или сало килограмм. Продолжим. Так, что бы включить-то? А, во. Альбомы. Угу. Ну-ка посмотрим. Прикольная тема сейчас будет играть. Ладно, передохните. My adrenaline kicks, I gotta fight, fight. It's too late, you already been in. Damn.
Это говёный момент в песне, я не люблю его. Это не стяг. Head to the barricade. Головой на баррикаду. Ужасное название для песни. Итак, следующая игра. Так, звук перезапущу. Так, ну что ж, поехали. Что там надо? Play нажать? Ага. А, вопросик. Так, сейчас будет телпикарная. Слева. Ну, он будет за команду не тянуться. Тут Мафута что-то думает. Мафута за медведей. А вернее, за девушек. Опа! Телпикарный выбирает. Твою мать. Он выбирает кого же? Он выбирает-то? Он выбирает канадцев. Это будет жестко. Ну ладно, хоть вратаря на позицию вратаря поставил. Это уже хорошо. Так, ну ладно. Ать. Так, попёр тел. Вперёд. Опа, Мафута чётко берёт, а? Несмотря на то, что у них слабый вратарь у женщин. Опять чётко берёт. Немножко нестандартно поехал вниз. Опа, это что за хрень? Так, пока что счет никто не открывает. Так, пас дает тел. Ну что он сделает? Так, ну что-то все-таки лаги, наверное, вмешивались в их игру. Ай. Ох, твою мать! Мафута обманкой забивает телпикарная. Так, что будет дальше? Так, Мафута перехватывает. Бежит. Женщиной. Другой женщине пас. Опа. Вторая женщина бьет. Хрен-то там. Сел, бежит вперед. Странно, что суперов они ни хера не делают. Ни один, ни второй. Для разнообразия не помешало бы. Опа. Ох! Молодец, Салтыкарно сообразил. Ой, блин, по своей. Так, тело атакует. Опа. Тут Мафута берет. Так, сбивает. За счет неактивного бота. Опа, Мафута все-таки закатывает шайбу хитро сраным способом. Ну как же канадцами-то проигрывать бабам? Ну что за дренотня? Твою ж мать, а? 3-0. Так, что дальше?
вовремя дает пас Мафута, Тил Пикарный парирует вратарем. У кого из них хуже был пинг, мне вот интересно. Наверное, вот Тил Пикарный все-таки. У Мафуты в то время был пинг просто на ура, я помню. Где-то двоечка, троечка, четверочка, вот так вот. Впрочем, мастерство, оно есть мастерство. Его не прострешь и не пропьешь. Так, ладно, ну что придумать тел? Ага, так, Мафута берет. Опа! Какое добивание, а? Так, тел берет. Ну тел, давай, блин, ну нельзя Канадой просирать. Ну и здесь Мафута берет. Конец первого периода. 3-0. Идет Мафута. Так, звук перезапущу, мало ли там что-то дергается. Так, Мафута специально, наверное, трахает мозги Тил Пикарный. О, нападающий поставил на ворота, интересно. Ать, чуть не пробил. Так, Тил Пикарный, ну давай, что-нибудь сделай. Опа, пробил все-таки рикошетом от телки, но пробил. 4-1, открывает счет Тил Пикарный. И 2. А, какие 4-1, 3-1. 2-3 счет. Ай. Так, что-то тут вообще не разбериха, никто не может взять шайбу. Да, здесь добивание было бы хорошее, конечно. С таким рикошетом. Опа, пробил все-таки, 3-3. Итак, Тил Пикарный выравнивает счет. Тил Пикарный. Так, Мафута злющий. Не делая медведей, пытается обмануть вратаря. Тил Пикарный. Но тот, блин, отвлекался на защитника. И пропустил вратарем в итоге. Это интересно, тут надо было поторопиться. Ой, блин! Как херово среагировал Тил Пикарный. Ну это вообще, это косяк его. Это просто его косяк. Тут даже не то чтобы мастерство Мафуты. Ну конечно, он мастер в своем роде. Знает, что делает. Ну блин. Как же так-то, а? Такую шайбу пропускать нельзя. Сказал бы Мафута, такие надо брать. Но Тил Пикарный сейчас забивает очень красиво в нижний угол. Ну, бери. Да твою мать. Какие агрессивные женщины, а. Опа, отскочил. Так, ну там надо было, конечно, разворот какой-нибудь использовать. Тил Пикарный у ворот Мафуты, а не просто так бить, потому что Мафута примерно знает траекторию движения шайбы при ударе в направлении в том, что выбрал Тил Пикарный, поэтому... Опа! Вот это неожиданно было, действительно неожиданно. Это прикольный гол. Молодец, 5-6 Тил Пикарный. Ну чё, чё дальше сделать? Хотя, конечно же, Канаде надо получше бы играть против женщин. Добить надо было, наверное. Опа! Опять неожиданность. Не успел Мафута, 6-6. Выравнивать Тил Пикарный. Так, что дальше? Не торопится. Опа. Thank you.
Так, ну молодец. Тел берет. Что-то сложно как-то комментировать уже становится, я засыпаю, если честно. О, вот это ништяк. Мафута не среагировал. 7-6, Тел ведет. Второй период. Но! Забивай ее! Вот так вот. Так, Тел вперед. Да. Слишком четко берет Мафута. Удары понизу. Ух ты, ништяк! 8-6, Тел ведет. Ну, время. Так, второй период заканчивается. Так, ну что, в принципе, особо ничего не изменилось. Мафуру также на ворота поставил нападающую по умолчанию. Чего же он так попадается? Хотел бы я видеть реальный пинг этих ребят, когда они играли. Ать! Мафута старается со всех сил. Все-таки добивание его коронка. Опа! Вот отлично среагировал Тел. Блин, ни одного супера я не вижу в их играх. Ух ты, ништяк! 9-6, Тел ведет. Твою мать, какой резкий удар, а! 10-6, Тел ведет. Так, что же придумает Мафута? Ать! Обманку он придумает, 10-7. Верхний угол, накалывает вратаря просто. Так, что-то долго разбирался там Тел. Блин, как резко бьет, а? Да, сейчас, конечно, хоккей, этот, игра игроков уже не так выглядит, как в 2011 году. Ну, Мафута, конечно, мало чего изменилось. Я про добивание. Да, резко все вышло. Молодец, четко. Сел, взял два удара в ноги. И очень хорошо. Ай. Так, ну Мафуте надо поторопиться. Две победы у него есть. Но нужна еще одна. Молодец, перехватил пас. Опа. Так. Ну чё ж ты такой неповоротливый, это Тел пекарный, чё ты пропускаешь? Ух ты, ни хрена, вот это четко вообще, Мафута, молодец. 10-9. Это жестко. Ай. Так, ну что тут дальше будет? Десять-10, Мафута выравнивает. Это вообще просто жесть. Реально жесть. Вновь Мафута прется. Так, сейчас его пекарно пробил насквозь. 11-10. 9 секунд остается. Так, ну что, Мафута?
И время. Так, здесь побеждает Эл Пикарне. Сбросили, ребята. В чате даже не пишут ни хрена. Да, интересно. Почему они в чате ничего не пишут? Так, ладно, что-нибудь врублю. Что бы врубить такого? Да, у меня тут есть одна интересная очень группа. Kaiser Chiefs. У них есть одна прикольная песенка. Never Miss a Beat называется. Сейчас я найду ее. А, вот она. Никогда не пропускаю удар. Never — это никогда. Miss — это вообще-то скучать, по идее. Ну, скучать, либо пропускать, упустить. Beat — это удар. Или ударник, или... Ну да, удар или ударник. Никогда не пропуская удар. Never miss a beat. Как раз, думаю, тема будет в тему. Соответственно, я сейчас нажму, перезапущу звук. В этом, в записи, короче. И послушайте песенку, пока я покурю. Так, звук я перезапустил. А тема охеренная на самом деле. Стоит того. Never miss a beat, never miss a beat, never miss a beat, beat, beat. Слушайте. Послушаем еще. Вот и закончилась песня. Итак, четвертый повтор, самый последний, кстати.
Посмотрим, кто из них победит все-таки. Поехали. Так. Че, Салпикарна выбирает самураев? А, нет. Так, Салпикарна выбирает Никитсу. Мафута выбирает опять баб. Поехали. Ну, звук перезапущу на всякий случай. Почему Мафута не ставит нападение самую нападающую? Вот, которая на ворот он ставит. Почему без... Ну, регламент, понятно. Без... Ой, страдают ребята. Так, Мафута попёрся. Опа! Прощёлкал вратаря. Так, Мафута, опа, промазал. Так, тут Салпикарне натупил. Неправильно взял шайбу. Ну чё, вперед. Давай вперед с разгона. Ну чё так неаккуратно-то, а? Так, Мафута пытался пробить. Так, вперед. Вперед, Салпикарне. Опа, пробил насквозь медведиху. 1-1. Так, навесил на Кунио. Аккуратненько едет. Так, навес там лишним был. Ну, это явно лаги. Мафута прется, бьет. Эй, хотел добить, не получилось. Вперед, Салпикарне. Странно как-то. Эй. Опа, нихера просквозил просто. Так, ну чё? Мафута пытается выбить, нихера не получается. Так, поехал в юбке с козьими рожками, хер. Там Салпикарна стоит. Ай. Так, чё нам придумает? А, хер. Да, борьба в центре поля. Ну, вот так. Молодец, спасается тут Салпикарна от лишних ударов. Ну, тут мафутинская тёлка. Опа, передает пас. Хитро, хитро. Опа, и забивает роковский гол. Роковской, роковой. 2-2. Ай. Поймал. Так, ну что Салпикарна сделает? Ай, почти пробил. Злющий Салпикарна. Ай, ой, лишним было. Так, удар. Так, тут Мафута вовремя реагирует. Отбирает. Так, первый период заканчивается. 2-2, да, напряженно. Так, ну Мафута не изменяет своим... А, нет, изменяет. Нападение ставит все-таки нападение. А у Салпикарна он скоростного ставит. Так, уже скоростной потерял энергию.
Опа! Мафута накал 3-2. Точнее 2-3. Так, зачем этот пас? В начале поля. Так, прется. Так, Салтыкар, значит, не удалось добраться. Там драка конкретная. Баба бьются нехило. Опа, пас передал. Опа, чуть не пропустил. Ну, там бы не было гола, конечно, но... реагировал, так скажем, не сразу. Салтыкар. Ай. Так, ну придется вновь вперед Салтыкарная. Добивание не вышло. Торопится, торопится, не старается, видно, Салтыкарная. Вернее, не то чтобы не старается, он немножко потерян. А Мафут, он в своей же манере агрессивно действует. Ну давай, тел, блядь! Да ёба... Ну, Мафута... Опа, накалывает Салтыкарная. Забивает в дальний угол. 2-4. Ну давай, тел. Опа. Самому себе. Четко, молодец. Итак, 3-4. Приближается к Мафуте Салтыкарная, но тут хитростью пользуется Мафута. 5-3, точнее 3-5. 4-5. Салтыкарная все-таки забивает, несмотря на нелепость ситуации. Ну, мог не залететь. Ух ты! Вовремя бы среагировал Салтыкарная, был бы охеренный гол, просто охерительный. Так, тут Мафута сообразил пас отдать. Но тело на месте, несмотря на отскок. Ай! Четко. Заканчивается период. 4-5. Ведет Мафута. Без суперударов, заметьте. Вообще все вот, три игры до этого прошли без суперудара. И четвертая в том числе, вот это. Так, Мафута экспериментирует. В нападение поставил немножко другую женщину. Не ту, что была доселе. Салтыкарная, в принципе, ничего не поменял. Что и есть. Скоростного вперед, Кунева и Алика чуть позади. Так, Мафута прет. Пять. Ох, ни хрена себе развернулся за вратарем, а? Точнее, перед вратарем. Ну, это четко, конечно, Мафута, молодец. 6-4. Так, Салтыкарная бьет. Так, тут Мафута на подхвате.
Опять такой же наколкой. 4-7. Мапута ведет. Опа! Мапута чуть не пропускает. Так, ну сел, ну чё? Вперед, давай, погнали. Эй! Да ё! Да, жесткая война. Так, сел вперед, прется. Ну тут Мафута контролировал ситуацию защитником, защитницей. Ух ты, пробил. 5-7. Тем не менее, Мафута ведет. Остается полторы минуты для того, чтобы нам узнать, кто же все-таки победил. Твою мать, 5-8. Мафута сбивает. Так, что он сделает? Так, тело прется. Ну, тут рикошет от трупака. От трупачины, вернее, женщины. Что там, потерялись все? Мафута вперед, вперед. Поздал, о! Так, сел вперед, погнал. Так, ну нельзя же рассчитывать на одни острые углы, а? Сел, надо что-то придумать еще. Так, ну тут Мафута просто защищает свои ворота кровью и потом. Что там за хрень? А, трупака. Так, салтыкарный не получается. Итак, друзья, итог следующий. Побеждает у нас товарищ под именем... Как вы думаете, кто? Ну, не просто так его назвали таким именем. А может быть просто так. Впрочем, его имя, в общем, не означает ничего такого, что он там сверхъестественный какой-то бог и так далее. Его имя означает... Да. Именно вот эту фразу. Да, кстати, перезапущу музыку. А его имя означает элементарное. О мой бог! О мой бог, Мафута! Какого черта ты всех порвал к странным тварям, а? Молодец, четко! Как жалко меня там не было, а? Меня и Хуба-Боба. Oh my god, I can't believe it. О мой бог, я не могу поверить. И Мафута становится чемпионом. Отлично, молодец, справился, порвал. Телфикар вообще всех порвал. Пьянь и вдрызь. Четко вообще, пацан играл.
очень уважаю. Ну так, между делом, это первый стрим, застримленный по повторам, по далеким повторам, прошлогодним еще. Там декабрь, по-моему, да? Финальный, я имею в виду, стрим. Также вас ожидают стримы новых матчей. Это вышибала, МКД, баскетбол и все. Гол 3 уже есть. Что, все равно весело получается. Ладно, ребят, на этом я заканчиваю. Махута получился чемпион, взял золотую медаль в этом турнире. Всем спасибо, кто смотрел. Я обязательно все это дело залью на YouTube, если успею сейчас прям. Мне еще нужно все это дело скачать и так далее. С вами был Эстебан. Всем спасибо, кто смотрел Технос Баттл. Срули, турнаменты и так далее. Ждите новых приключений. Всем пока.